Мариуполе день прошел в сине-желтых цветах. Праздник начался с автопробега, а затем военнослужащие пронесли 6-метровый флаг Украины по центру города и передали юному поколению мариупольцев. Как все происходило, видели корреспонденты UATV. Над площадью развивается флаг, символ свободы и стойкости украинского народа. Это большой праздник, это наш государственный флаг, это наш символ, это сила, это любовь к Украине. Этот флаг приехал к нам в 2015 году, он был на флешмобе в Киеве. Там на площади ребята подписи свои поставили. По всем городам Украины эти флаги проехали, доехали и к нам. Перед стартом автопробега мариупольцы украшают свои автомобили сине-желтыми полотнами. Около сотни машин разъезжаются по улицам города. Это второй этап челленджера «Мой флаг, моя гордость». Почти 2 недели в разных городах Украины и мира люди фотографировались с украинским символом и выкладывали снимки в соцсетях. У нас порядка более 5000 фотографий по всему миру подключилось. Ну, такие страны, которые мы не ждали. Там есть даже Египет, была Турция, Австралия, Вьетнам. Колонну автопробега сопровождают мариупольские патрульные. Они обеспечивают безопасность дорожного движения, а заодно участвуют в челленджере. Нам дуже приємно долучитися до цієї акції. Нам очень приятно присоединиться к этой акции. Если вы обратите внимание на наши автомобили, на них тоже флаги. То есть мы объединили приятное с полезным. В центре города военнослужащие разных подразделений несут 6-метровый флаг. Это воины с передовых позиций. Синее небо и поле пшеницы на полотне для них олицетворяют силу, гордость, свободу и любовь к Украине. Это какой-то код, как вышиванка. Для меня это код, как вышиванка, как фамилия моя украинская, то же самое и флаг. Понимаете, с ним я родился, с ним я себя отождествляю, с ним я живу. Колонну военных мариупольцы ждут на Театральной площади. Здесь шествие завершается. Украинские воины пишут на флаге названия своих подразделений. Виталий сегодня в парадной форме, на нем награды. За мужество и стойкость в российско-украинской войне. Кавалер ордена «За мужность». Кавалер ордена «За мужество», знак отличия президента Украины за участие в АТО, за оборону Мариуполя. Работа у нас такая, мужская. 6-метровый флаг с подписями защитники Украины передают в надежные руки детям прифронтового Мариуполя. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Мариуполь, UATV.